В настоящее время блогер использует новый интерфейс в едином стиле продуктов Google. Если вам не нравится данный стиль, вы можете подключить старый интерфейс блогер. На панели инструментов отображается список ваших блогов с кнопками управления и блоги, которые вы подключили для чтения. Их можно добавлять, указывая URL-адрес фида, а также импортируя из ваших подписок в Google Reader, для чего нужно расставить галочки в списке. Вы можете выбрать открыто или анонимно читать выбранный блог. Данная опция определяет, будет ли отображаться в списке его постоянных читателей ссылка на ваш профиль или нет, если указанный сайт участвует в системе Google Friend Connect. Список блогов отображается в левой панели. Их можно читать все сразу, выбрав соответствующий режим. Если вы нажмете «Просмотреть» в Google Reader, то выбранная лента отобразится в данном сервисе в папке с блогами, читателями которых вы являетесь в блогер. Перейти на страницу управления списком чтения можно при нажатии расположенной рядом кнопки. Параметры индивидуальны для каждого сообщества. Выбирается тип чтения, подключенные социальные сети, настраивается обмен сообщениями. Можно перестать читать добавленные сайты, управлять контактами Friend Connect. Ваш профиль в блогер является визитной карточкой, на которую будут смотреть посетители блога и другие пользователи сервиса. Он настраивается на панели инструментов блогер. Вы можете выбрать параметры конфиденциальности, сменить адрес электронной почты и отображаемое имя, загрузить фотографию профиля, указать URL аудиоклипа, которую смогут прослушать пользователи при просмотре вашей странички, а также добавить анкетные данные, адрес, род занятий, свои интересы. При сохранении изменений вам будет предложено просмотреть обновленный профиль. Профиль в блогер можно связать с профилем в Google+. В этом случае ссылка на него будет отображать вашу страницу в социальной сети. Интеграция этим не ограничивается. Публикуя материалы в блогах, вы сможете дополнительно размещать их в своей ленте для указанных кругов и контактов. Привязка аккаунтов осуществляется в настройках блогер. Если у вас нет профиля в Google+, будет предложено создать его, после чего следует вернуться к данной опции. Связав аккаунты, вы всегда сможете вернуть на место старый профиль блогер.